Снято. Мистер Касмей, я ваш большой поклонник. Заткнись. Зачем грубить? Я самый великий. Проваливай. Мистер Касмей, какая честь. Я видела все ваши фильмы. 2 года правительство запрещает мне работать. А ты пошла разговаривать с этим придурком? Отпусти меня. Меня пригласили на вечеринку сегодня. Не хочешь пойти? В этом городе толпы психов. Смотри, тут живет придурок, у которого снимается шива. Мамочка, мама. Я тоже это видел, но все позади, как сон. Кто-то прислал нам письмо и заявил, что он убийца. Он называет себя свинья. Очевидно, он очень гордится тем, что сделал. О, боже! Во сколько вы вернулись после вечеринки? Я даже не могу снимать. Я запрещен. Я в черном списке. Если бы он убил меня, они бы перестали меня презирать. Сынок, я обещаю, он придет и за тобой. Пусть он всем нам отрежет головы и освободит от этого цирка.